Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Глава Тувыша Албан Караул сообщил о завершающем этапе подготовки проекта комплексного плана по ускоренному социально-экономическому развитию республики. Разработать отдельный план для Тувы поручил, напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев на состоявшемся 27 марта совещании. В него должны войти все инициативы республики, направленные на решение инфраструктурных проблем, которые до сих пор серьезно сдерживали развитие региона. По поручению Дмитрия Анатольевича Медведева, вариант комплексного плана по ускоренному социально-экономическому развитию Тувы должен быть сверстан до конца апреля. Так что Тува в эти дни – тема номер один во многих кабинетах Минобороны, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минэкономразвития, а также РЖД. Идет отработка путей реализации ее проектов, включая железную дорогу Кызыл-Курагина, источников финансирования и тому подобное. Далее согласованный вариант плана будет утверждать правительство, рассказал о некоторых деталях работы над планом Шалбан Караул на своей странице в соцсетях. Кроме того, глава республики отметил, что итоги этой работы важны не только для Тувы, но и для других регионов. По его словам, на примере республики федеральные власти намерены опробовать и внедрить новые подходы к софинансированию региональных проектов. В частности, уточняются критерии предоставления межбюджетных трансфертов в размерах реализации национальных проектов, методика их расчета для регионов с низким уровнем социально-экономического развития и бюджетной обеспеченности. По приглашению службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности республики в Туву приехали ученые из Института археологии Российской академии наук. В службе лицензирования передан этот отдел охраны объектов культурного наследия, и на сегодняшний день это управление, состоящее из двух отделов, которое именно проводит работу по, значит, объектам культурного наследия и популяризации их. Тува богата объектами археологического наследия, и общая задача – сохранить это наследие и передать его следующему поколению. Под таким девизом накануне прошел круглый стол с участием московских археологов. Поведать о теме древних памятников, которые находятся, и как они попадают, и что можно сделать под открытым небом музей-заповедники. Но я хочу сказать прежде всего, что если кто-нибудь возьмется составлять археологическую карту Тувы, то эта карта должна быть один к одному, натуральную величину, потому что никогда все археологические памятники при любом уменьшении у вас уже на лист не поместятся. Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы по внесению сведений в единый государственный реестр объектов культурного наследия и проведению мероприятий по кадастровой съемке земельных участков, занятых археологическими объектами, и проведению обязательного археологического обследования территорий. В федеральном законе объектов культурного наследия есть 57-58 статья, которые регулируют вопросы создания историко-культурного заповедника на объекте культурного наследия в виде достопримечательного места в случае необходимости, как сказано в законе, особого режима, установления особого режима его сохранения и содержания. При этом именно эти статьи с момента принятия закона в 2002 году и до сих пор они по большому счету сильно не работают. Также в рамках круглого стола ученые обсудили возможность создания музея под открытым небом, памятников наскального искусства «Малый Баянкол», который находится в окрестностях Кызыла. Мэрия города Кызыла сообщает, что с 24 апреля запланирован снос аварийных домов, расположенных по адресам Аюно-Курседи 177, Кахем 58, Красноармейская 79, Заводская 26, Кузнецова 30. 22 апреля будет произведено ограничение подачи горячего и холодного водоснабжения и электроэнергии, а также будет ограничена подача отопления. В связи с этим столичная администрация призывает граждан, самовольно занявших вышеуказанные дома, освободить их в срок до 22 апреля. Транспортный техникум отметил свой юбилей. 55-летие Кызыльского транспортного техникума собрало в актовом зале учебного заведения выпускников разных лет, ветеранов образования, официальных лиц правительства, парламента, городской власти, Министерства образования и республики. Вице-премьер Аргана Нацак поздравила коллектив техникума, отметила вклад учебного заведения в социально-экономическое развитие региона, создание дорожно-транспортной инфраструктуры, важность задач, которые теперь стоят перед
перед учебным заведением в связи с началом строительства железнодорожной ветки Кызыл-Курагина. Сегодня перед транспортным техникумом стоят очень большие задачи. Задачи не только подготовки кадров для экономики нашей республики. Это задачи, связанные также с повышением общего уровня образованности населения нашей республики, подготовки именно тех специалистов, которые будут развивать высокотехнологичные рабочие места. И в связи с последними радостными событиями, связанными с тем, что в этом году дается старт строительства железной дороги, конечно, важность, значимость, актуальность данного техникума возрастает в разы. Вице-спикер парламента Ирина Самойленко подчеркнула, что за прошедшие годы техникум смог выпустить несколько сотен незаменимых специалистов, которые своим нелегким, ответственным трудом добились уважения своих коллег. Многие из них стали гордостью нашей республики. В этот радостный день разрешите отметить словами глубокой признательности, благодарности и уважения заслуги тех, кто посвятил родному техникуму десятки лет плодотворной работы, ветеранам техникума, тем, кто посвятил свою жизнь самому благородному призванию – профессии педагога. От имени городских властей коллектив техникума поздравила депутат Хурала представителей Дина Аюн. Хочу сказать, что всегда помню на всем этом, по-моему, 35-летнем пути, вот сколько я знаю наш техникум, это всегда был техникум-новатор. Всегда здесь было то, чего не было у всех остальных. Здесь были вокально-инструментальные ансамбли и суперские мастерские, которые, слава Богу, Юрий Николаевич, вы продолжаете. Это было движение стройотряда, строились дороги. Это были секции, уникальные секции по боксу, я помню. Это были организованные силами одного техникума. Велопробег по Саянскому кольцу более 400 километров силами учащихся и учителей. То есть уникальные вещи творились этими руками, и техникум сейчас продолжает это наследие. Я очень рада, что вы сегодня тоже одно из классных учебных заведений профессиональных республики. Как правильно сказала Арган Дажурна, перед вами стоят очень амбициозные задачи, и вы как то учебное заведение, где затачивают учащихся вот на это технарство, которое сегодня нам так не хватает, воспитывают технарей, вам просто низкий поклон и понимание, что именно здесь, в принципе, вот этот экономический рывок республики и закладывается. Низкий вам поклон. Далее участникам юбилейного торжества был представлен красочный концерт, подготовленный силами самих учащихся. Отделение Пенсионного фонда региона сообщает, что выплата пенсий на май месяц в почтовых отделениях проводится согласно графику доставки и режима работы почтовых отделений. В Кызыле с 3 по 20 число, в районах с 4 по 20 число каждого месяца. 4, 7 и 11 мая отделения почтовой связи на всей территории республики будут работать в обычном режиме. 5, 8 мая режим работы отделений почтовой связи сокращен на 1 час. 10 мая по режиму работы субботы. 3 мая по режиму работы воскресенья. 6 и 9 мая нерабочие праздничные дни. В связи с этим пенсионеры, которым по графику выпадает получение пенсии на 6 и 9 мая, могут обратиться в отделение почтовой связи за получением денежных средств на день раньше, 5 и 8 мая. Получателям пенсии в кредитных учреждениях 10 и 11 числа ежемесячно перечисление будет произведено 8 мая. Перенос в связи с выходными и праздничными днями. Получателям пенсии 21 числа выплата будет произведена согласно графику 21 мая. И о курсах валют: доллар стоит 63 рубля 78 копеек, евро 71 рубль 72 копейки. Для лица, для тела, для волос, для душа и для души. Магазин «Химтоп». С заботой о вас. Улица Аюна, Курсиди, 103, дробь 2. Ики Кава. Намасте. Меня зовут Битум Малик из Индии. Дорогие друзья, мы все вместе приготовили совместную песню, так что всех вас ждем. 28 апреля в ДНТ. Раз, два, три.
три, четыре, пять. Я иду искать. Не знаете, где искать деньги? Найдем! Отличные наличные, займы до зарплаты. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». С 17 по 18 апреля в республике прошли обучающие семинары по применению технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети интернет и сканирования экзаменационных материалов в аудитории. Семинары проводил методический десант Федерального центра тестирования. Особое внимание было уделено обучению членов Государственной экзаменационной комиссии, руководителей пунктов приема экзаменов, технических специалистов и организаторов в аудитории. Семинары состояли из теоретической и практической частей. На базе 12-й и 2-й школ Кызыла и Республиканской школы-интерната Тувинский кадетский корпус были открыты тренировочные площадки. Обучение прошли 268 работников. Новые технологии были отработаны во время федеральной апробации ЕГЭ по обществознанию, которая прошла 19 апреля с участием школьников. В тренировочном мероприятии были задействованы все 24 пункта республики. Апробация дала возможность всем лицам, ответственным за проведение государственной итоговой аттестации, еще раз потренироваться в применении новых технологий. Для выпускников это была возможность психологически настроиться к предстоящим экзаменам и проверить знания по обществознанию. Пробные ЕГЭ написали более 1300 выпускников. Ответственные лица по проведению ГИА в республике подвели итоги и наметили пути решения проблем, выявленных во время федеральной апробации. С 23 по 30 апреля в муниципалитетах по графику пройдут обучающие мероприятия по применению новых технологий. 15-16 мая республика примет участие в федеральной апробации ЕГЭ по русскому языку и иностранным языкам. Ансамбль «Чангыхая» второй год подряд и третий раз за всю историю участия получил золотую медаль молодежных дельфийских игр. Из Ростова-на-Дону, где проходят 8-е молодежные дельфийские игры, пришла радостная новость. Фольклорный ансамбль «Чангыхая» Кызыльского колледжа искусств получил золотую медаль в номинации «Ансамблевое народное пение». Напомним, это уже третий триумф молодых хаамижи из Тувы. Пьедестал дельфийских игр Чангыхая покорили в 2014 году, став лауреатами первой степени 13-х молодежных дельфийских игр России в Волгограде в той же номинации «Ансамблевое народное пение» и в прошлом году во Владивостоке. Из различных составов ансамбля Чангыхая вышли такие известные во всем мире фольклорные коллективы, как «Чыргылчын», «Алаш», «Тыва-Кызы», «Хунхурту», новый состав ансамбля «Тыва», звезды тувинского хоамея Андрей Мангуш, Игорь Кашкендей, Алдар Тамдын, Радик Тюлюш и другие. Ансамбль неоднократно становился лауреатом высшей степени и обладателем гран-при различных региональных, российских и международных фестивалей и конкурсов. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! «Отличные наличные». Займы до зарплаты. По республике переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Днем местами 12-17 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4 градуса, днем плюс 12-14 градусов. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.